Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как приготовить вкуснейшее новогоднее печенье в форме елочек. Оно получается праздничное, красивое и очень вкусное. Его можно съесть самим или подарить друзьям. Для начала берем глубокую миску и смешиваем в ней сливочное масло комнатной температуры и обычный сахар. Кстати, сахар, если хотите, можно использовать коричневый. Все это очень хорошо перемешиваем с помощью миксера или ложки. Мне кажется, что миксером воспользоваться гораздо удобнее. Ну, точно быстрее. Кстати, чтобы масло быстрее нагрелось до комнатной температуры, его нужно достать из холодильника и нарезать на кусочки. Так оно быстрее нагреется. И можно будет готовить печенье. Когда мы взбили масло с сахаром, добавляем туда одно яйцо и снова очень-очень хорошо взбиваем. Здесь уже точно лучше воспользоваться миксером. Масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Если вы плохо взобьете масло с яйцом, то тесто может расслоиться, а это нам не нужно. Теперь насыпаем в тесто муку. Муку можно не просеивать. И туда же добавляем разрыхлитель. Соду не используем, берем именно разрыхлитель. Затем добавляем примерно 1 или 2 столовых ложки какао и снова все хорошенько перемешиваем. Тесто должно получиться плотным и эластичным. С ним должно быть легко работать. Если позволяет время, тесто лучше вскатать в шар, накрыть пленкой и убрать в холодильник примерно на час. У меня времени не было, поэтому я сразу начала его раскатывать. Раскатывать лучше сразу на бумаге для выпечки, и если тесто будет липнуть к скалке или к бумаге, ее можно немного присыпать мукой. Просто раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем с помощью формы наши прекрасные елочки. Затем украшаем елочки ММДЭМСом. Берем разноцветные бусинки и слегка вдавливаем их в тесто, как будто бы это елочные игрушки. И то же самое повторяем с другим тестом. Раскатываем тесто на бумаге, формируем, вырезаем наши елочки и аккуратно убираем лишнее тесто. Тесто очень тонкое, поэтому сами печеньки я не трогаю, я просто убираю тесто с краев с помощью обычной кулинарной лопаточки. Если вы тесто уберете в холодильник, оно у вас охладится, с ним будет работать легче, можно попробовать перекладывать именно печенье. Выпекаем печенье в духовке, разогретое до 180 градусов, примерно 10 минут. Остужаем на противне и потом наслаждаемся. Приятного вам аппетита!